начинающих артистов конкурс Евровидения. Это отличная возможность заявить о себе всей стране и даже Европе. Некоторые звезды благодаря телевизионному соревнованию взлетали на вершины хит-парадов и становились народными героями. А кто-то с треском проваливался и тут же подвергался гонениям со стороны журналистов и критиков. В программе «Топ-лист. Звезды Евровидения» мы расскажем вам о самых ярких и знаковых выступлениях российских знаменитостей на европейской арене. Ну а что касается России, мне кажется, Евровидение достаточно популярный у нас конкурс, и все время стараются отправлять туда вот самых известных людей, самых известных артистов, группы и так далее. С моей точки зрения, это неправильно. Евровидение зачастую это не только... Сейчас я не буду говорить про коммерцию и все остальное. Конечно, я думаю, чтобы все группы хочет там участвовать, потому что это очень-очень большой шанс. Что там всегда очень сильные команды представлены, там есть солисты, они встанут что-то новое. Вот, хотя, думаю, что наше творчество, точнее, во главе Константина Виагра. Хотя с Константина Виагра нормально. Константина Меладзе, это было бы очень интересно. Сегодня в программе. Кто стал самым молодым участником на Евровидении от России? Кто лишился продюсера из-за поездки на музыкальный конкурс? И как помогла магия Киркорова Дмитрию Колдуну? 10 место. Алсу открывает наш список самых ярких участников Евровидения. Хрупкая и такая женственная Алсу. Вспоминай меня. Эта певица стала самой молодой звездой музыкального конкурса, а также первой, кто принес России такое высокое второе место. Always, soul, and a solo. Я считаю, что артист, когда достаточно приготовлена, это не зависит, что сколько ей лет и сколько ему лет. Можно там 16 или 36. Я думаю, что когда человек очень хорошо поет, очень хороший артист и может выступать достаточно, может выиграть все конкурс, несмотря на то, что несмотря на возраст. Алсу не хватило буквально нескольких баллов до победы. После выступления на популярном фестивале карьера робкой и застенчивой девушки пошла в гору. Алсу один за другим стала выпускать хиты. На землю тихо опустилась иногда. Что же ты со мной делаешь весна? Причем успех певицы пришел не только в России, но и за рубежом. С тех пор Алсу остается одним из самых востребованных артистов отечественной сцены. Я видела ее последний клип, где она безумно красива. Она всегда красива. И мне тембр голоса очень нравится еще. Да, он очень запоминающий. Очень запоминающий, да. Я очень люблю такие голоса. Настоящий прорыв Алсу на Евровидении приносит красавице право открывать наш звездный рейтинг. 9 место. Анастасия Приходько. Эта скандальная барышня наделала шуму еще до Евровидения. Приходько стала самой скандальной героиней шоу «Фабрика звезд» за все время существования проекта. Она же, кстати, выиграла 1 место в музыкальном реалити. Успех певицы на российской сцене гарантировало сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Первый же клип, снятый совместно с Валерием Меладзе, сделал из юной киевлянки настоящую звезду. После небольшого затишья Анастасия Приходько вновь оказалась в центре скандала. Не пройдя отбор на конкурс Евровидения от Украины, певица решила представлять Россию. Половину песни перевели на русский язык и отправили на суд зрителей и экспертного жюри. Вот. С песней Константина Меладзе «Мама», да? Она же была на Евровидении, представляла она Россию. Это проходило Евровидение в России. Мама! Yeah.
неожиданно для всех с результатом в 25%. Анастасия заняла первое место национального отбора. Период Евровидения дался артистке весьма тяжело. Постоянные стрессы, эмоциональные срывы, сплетни и слухи вокруг имени продюсера и певицы поразили конфликт между Меладзе и Приходько. В итоге Константин расторг контракт с эпатажной брюнеткой. Дело в том, что мы так же, как и многие люди, просто знаем это все из газеты, поэтому никак не можем комментировать. Да, нет, мы не знаем об этом. Сейчас Настя продолжает снимать клипы, а еще воспитывает дочь Нану. Певица активно пытается избавиться от скандального и капризного образа, но пока ей это мало удается. Честно говоря, я ожидала намного большего. Мне кажется, что она, возможно, какие-то критерии повлияли на нее, и она в какой-то степени там растерялась. Песенный конкурс принес громкий успех Анастасии Приходько, но лишил ее именитого продюсера Константина Меладзе. Сегодня горячая украинка на 9-м месте программы «Топ-лист» «Звезды Евровидения». 8-е место. Дмитрий Колдун. На европейском музыкальном конкурсе Дмитрий представлял Белоруссию, зато продюсировал певца главный любитель молодых дарований Филипп Киркоров. Его песня «Work Your Magic» принесла Колдуну и Белоруссии 6-е место на Евровидении 2007. Он был таким новым артистом, красивый мужчина с сильным голосом, и он очень достойно представил, я так считаю, страну, потому что песня была очень крутая. Кстати, Дима впервые вывел свою страну в финал соревнования. Русскоязычная версия песни стала хитом на всем постсоветском пространстве и даже стала лауреатом премии «Золотой граммофон». И хоть рабочие отношения между Дмитрием Колдуном и Филиппом Киркоровым после поездки в Европу не сложились, он и по сей день является одним из самых топовых русскоязычных артистов. Да, честно, без понятия. Но все, что не делается, делается к лучшему. Поэтому, если отвело, так отвело. Люди должны вдохновлять друг друга. Наверное, там уже наступил конец. Самый магический участник Евровидения от Белоруссии – Дмитрий Колдун и его магия. Сегодня на 8-м месте топ-листа. Далее в программе. Откуда у Киркорова такая страсть к европейскому фестивалю? Зачем бабушкам Европа? Как серебро оказалось бронзой на Евровидении? 7-е место. Филипп Киркоров. Филипп не только по-продюсерски поддерживал многих молодых артистов в их евровизионных начинаниях, но и ездил на конкурс как участник. Сотрудничество с поп-звездой гарантирует исполнителю, если не высокие места в евровизионной таблице, то бешеную популярность точно. Киркоров видно, что любит таких людей, кому-то есть талант большой. И он хочет, конечно, помогать. Это реально очень похоже на Константина Меладзе. И он помогал Ани Лораку тоже. Это очень-очень... я так смотрю на эту тему, что реально он очень много помогал. Ну, мне кажется, он просто делает то, что он любит, и все, это здорово, что это помогает кому-то. За свою любовь к конкурсу Евровидения и бескорыстную помощь коллегам по шоу-бизнесу Филипп Киркоров получает счастливое 7-е место. 6-е место. Ани Лорак. Еще одна подопечная Филиппа Бедросовича на международном музыкальном соревновании. Ани Лорак. Дело в том, что мы, ну, я не знаю слов у этой песни. Я тоже. Киркоров и здесь выступил в качестве автора песни. Благодаря своему бесподобному таланту и зажигательной композиции, Лорак взяла на конкурсе серебро. После поездки на Евровидение в 2008 году Ани и Филипп стали лучшими друзьями. Дружба с мэтром отечественной сцены поспособствовала и небывалому успеху украинской дивы в России. Филипп Бедросович даже стал крестным отцом для дочери Лорак Софии. Я считаю, она очень... безумно красивая женщина.
великолепным голосом. И когда она выступила, я видела Евровидение. Я еще жила в Киеве, не знала русский. Но она молодец вообще. Она постоянно замечательно выглядит. Ей клипы очень прикольные. Она чувствительная. И мне очень нравится ее голос. Так что могу сказать, она молодец. Все-таки есть настоящая дружба в шоу-бизнесе. Европейский успех Ани Лорак и 6-е место нашего рейтинга. 5-е место. Бурановские бабушки. Этот этнический коллектив из Удмуртии покорил всю Европу своей любовью к родине и гостеприимностью. Песня «Party for Everybody», написанная известным композитором и продюсером Виктором Дробышем, вмиг стала не только у нас, но и на Западе главным танцевальным хитом. Телевидение все ни к чему, им надо вот обратно ехать в Бураново, у них там коровы, козы, там свиньи, овцы. И просто они сели в самолет, поехали. Здравствуйте, мы от России. Люди, мне кажется, доктора все проверяли, поэтому все хорошо. Бурановские бабушки – самый великовозрастный коллектив конкурса Евровидения. Но, несмотря на свои годы, милые старушки заняли почетное 2-е место. Сейчас эти русские красавицы осуществили свою мечту и стали звездами. Их график расписан на несколько месяцев вперед. Они частенько представляют Россию на всевозможных фестивалях и официальных приемах. Никто, мне кажется, этого не ожидал всегда. Очень много, не побоюсь того слова, что-то фриково выходит на сцену Евровидения. И в этот раз Россия просто поразила, конечно. Молодым везде дорога, старикам везде почет. Бурановские бабушки – хранительницы русской культуры. И 5-е место программы «Топ-лист» «Звезды Евровидения». 4-е место. Серебро. Серебро, ставшее на Евровидении 2007 бронзовыми призерами в нашем топ-листе, занимают 4-ю строчку. Новость о том, что на европейский конкурс отправится никому неизвестный коллектив, потрясла страну. Образ этаких сбежавших монашек, текст песни 18+, и запоминающийся вокал сделали свое дело. Про девушек узнали миллионы. В Европе российских красоток то и дело сопровождали скандалы. Само выступление стало не менее запоминающимся. Ау, девчонки, ями-ями, следите за краями, но попадает кровь для мух и любовь. Необычный номер, то есть одежда, все эти танцы. Очень было со стилем, да. Я думаю, что это было заслуженно. И клип супер. Спустя несколько лет группа «Серебро» по-прежнему продолжает занимать вершины чартов. Популярность женской команды набирает обороты и среди иностранцев. Жаль, что состав трио постоянно меняется. Вот и сейчас главная солистка Лена Темникова заявила, что в конце года покинет свое место ради образования семьи и рождения детей. Я люблю «Серебро» группа, но реально. Я это не закрываю, я люблю слышать и песни, и новые песни, и старые песни. Я уже очень давно знакомая с этой группой, как с «Виагрой», но чтобы там слышала и музыку, и клипы, и так далее. Так что я могу сказать, что главная солистка очень красивая девушка. Выступление на сцене Евровидения стало первым большим появлением команды перед зрителями. Замечательный старт и великолепное продолжение карьеры приносит группе «Серебро» 4-е место. Итак, напоминаем. Открывает наш рейтинг звезд Евровидения самая молодая его участница, певица Алсу. 9-е место достается самой скандальной представительнице от России Анастасии Приходько. 8-м становится самый голосистый конкурсант от Беларуси Дмитрий Колдун. Самый частый гость Евровидения, продюсер и автор многих евровизионных хитов Филипп Киркоров и 7-я ступень топ-листа. 6-я строчка у красавицы Ани Лорак. Центральную 5-ю позицию уверенно занимают самые взрослые героини песенного фестиваля – «Бурановские бабушки». Перед тройкой лидеров оказались смелые участницы группа «Серебро». 3-е место. «Тату». Самая известная российская команда группа «Тату» поехала отстаивать честь страны перед Европой в самый пик своей популярности. Наши девчонки занимали первые места самых авторитетных рейтингов. Поэтому абсолютно оправданно они ждали только победы от участия в конкурсе. Я считаю, почему нет? А почему нет? А потому что голосование будет
ясно, что если они нравятся в других странах, тогда ясно, что за них будут голосовать. Мы же не можем голосовать за свою страну. Эта страна будет голосовать за тех, кого знают других президентов Евровидения. То здесь уже идет фальсификация немножко. Однако по техническим причинам некоторые страны заменили зрительские голоса голосованием жюри. Татушки уступили всего 3 балла Турции и 1 балл Бельгии. Позже, конечно, менеджеры группы пытались опротестовать результаты Евровидения, но безрезультатно. Понятно, что да, они рассчитывали, но мы все равно не выиграли, мы получили 3-е место и абсолютно заслуженно, еще и надо было и 3-го не давать на самом деле. Ну, не должны были мы победить, не должны были. Хотя по баллам мы победили. Все. После участия в Еврофесте дуэт стал быстро терять свои позиции на радио и телевидении. Девушки пытались несколько раз воссоединиться, но дать новую жизнь тату теперь кажется совсем невозможно. Это был взрыв. Это правда был просто невероятный взрыв. Вот. Я как сейчас помню, просто это группа, которая, ну, точнее, вот тот ее успех, который у нее был, я думаю, что об этом еще будет очень много говорить и вспоминать много. Да, в данный момент они выросли, много чего изменилось в их жизни, и сейчас просто очень много разногласий, так понимаю. Легенда отечественной мировой сцены, группа «Тату», сегодня занимают, как и тогда, в 2003-м, 3-е место. 2-е место. Верка Сердючка. Конкурс Евровидения не всегда приносит артисту славу и успех. Иногда участие в столь популярном музыкальном фестивале оборачивается для исполнителя трагедией. Верка Сердючка, которая успешно исполнила свой задорный трек «Dancing Clash at Mumbai», вдруг оказалась под запретом. Музыкальные журналисты услышали в песне артиста антироссийские высказывания. Все хотят как-то симпатировать, и это вполне, мне кажется, никак к России там не относилось. Возможно, там в СП там была и Russia Tumbai, но ну, это просто все наших артистов веселье. Я думаю, что это все сработало. То, что он хотел добиться, чтобы об этом говорили, это обсуждали. Я думаю, вот того, чего он хотел, он добился. Несмотря на то, что Сердючка стала клубной звездой Европы, а ее песня надолго поселилась в хит-парадах многих стран, у нас эпатажный образ в буквальном смысле запретили. Несколько лет понадобилось Андрею Данилко, альтер-эго Верки Сердючки, чтобы его проект вновь услышали и увидели отечественные зрители. В наши дни Верка продолжает эпатировать и провоцировать публику неординарными выступлениями и красочными сценическими номерами. Народу нравится, а значит, переживать за успех Верки Сердючки не стоит. Вот это такой наш украинский колорит, я бы сказала, потому что ни одной свадьбы без ее песни не обходится. Поэтому, да, это было круто, действительно, это было круто. Это то, что любит Евровидение, это, я так сказала бы, формат. Сквозь изгнание к славе пришлось пройти Андрею Данилко вместе с Веркой Сердючкой, чтобы сегодня получить серебряную медаль топ-листа «Нарутовая». 1-е место. Дима Билан. Дважды герой Евровидения Дима Билан сегодня становится лидером нашего парада евровизионных звезд. Диме удалось привести с конкурса победу. Благодаря ему главное музыкальное соревнование Европы прошло в Москве. Так сложилась судьба, что только со второго раза Дима Билан смог покорить западную публику. Но тем лучше для нас. Теперь национального героя Билана очень хорошо знают и помнят за рубежом. Конечно, всем своим заслугам певец обязан продюсеру Яне Рудковской, которая вместе со своим подопечным отбивалась от нападок представителей прессы и призывала фанатов верить в их кумира. Бился и добился, да? Что он 2 года подряд, но через год. Они же не имеют права. Это было, конечно, интересно. Опять же, сапотировали, позвали Евгения Плющенко. То есть, как бы это было интересно, почему коньки, сцена. Вот. Я все-таки сейчас я стою...
понимаю то, что Евровидение не только голос, но это и эпатаж в какой-то то случае. Выступление было с вкусом, мне очень понравилось, я тоже смотрела. И он хорошо поет очень, и он эмоции, энергии может давать. Хоть через экран ты он чувствуешь. Вот. Из-за этого он выиграл. Главный герой Евровидения – Дима Билан. Сегодня получает еще одну золотую медаль в свою копилку. Представлять честь своей страны на конкурсе Евровидения доверяют самым лучшим и успешным артистам. И неважно, какое место исполнитель привезет с фестиваля, они все для нас герои. Они большие молодцы. Своих артистов нужно любить и уважать, что мы искренне и делаем в самой честной программе телеканала РУ-ТВ «Топ-лист». Хочешь знать про шоу-бизнес все? Тогда тебе к нам в «Топ-лист» на РУ-ТВ. Он бы подошел, я бы отвернулась. Он бы приставал ко мне, я бы ушла. Он бы зарыдал, я бы улыбнулась. Вот такие дела. Обиделись, да? Не совсем, я думаю. Не нужно так серьезно воспринимать людей, артистов творческих. Поэтому им нужно как-то... Ну, конечно, тоже не знаю. А я шла, пирожок нашла. Села, поела, опять пошла. Очень переживала, очень нервничала. Я посмотрела выступление, у меня просто была дикая депрессия. Я сказала, что все, я ухожу из шоу-бизнеса, я плохо пою, вообще все плохо. Я вот как раз вот это Евровидение я смотрела и болела за бурановских бабушек. Они такие милые. Ну, мне кажется, что у кого-то на лице было счастье, а у кого-то, господи, зачем мне сюда притащили. Everybody dance, I wanna dance. Сразу запоминается